на конкурс. Дети читают стихи. Меня зовут Попова Ангелина. Мне 11 лет. Учусь в 5 классе. Живу в селе Хмеленец Задонского района Липецкой области. Мне в детстве очень понравился рассказ Льва Толстого «Лев и собачка». И поэтому я о нем сочинила стихотворение. Оно называется «Доброта». Автор Попова Ангелина читает Попова Ангелина. Про льва и собачку рассказ я читала и удержаться от слез не могла. Как же зверей этих жалко мне стало, смешную собачку и грозного льва. Зачем такой грустный рассказ создавали? Маму свою я решила спросить. Мама ответила, чтобы мы знали, звери, как люди, умеют любить. Все могут любить и страдать от отчаяния, и весь мир наполнять своей добротой. Будь добрый, и вокруг станет меньше печали. Вот что открыл мне писатель Толстой.